Но в начале выпуска ЧП в Красноярском крае. 3 человека погибли и 9 пострадали при пожаре в мэрии города Дудинка. По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог. Подозреваемый задержан. Это пенсионер, который, по версии следствия, разлил в фойе горючую смесь. Подробности сообщает наш корреспондент Дмитрий Толмачев. Сейчас пожар в здании городской администрации заполярного города Дудинка уже полностью потушен. Огнем здесь были охвачены помещения на нескольких этажах, примерно 200 квадратных метров. Все произошло в самый разгар рабочего дня после обеденного перерыва. По предварительным данным следствия, 63-летний мужчина, житель Дудинки, пронес внутри здания емкость с бензином, разлил его и поджег. Огонь в считанные минуты распространился по коридорам. Около 50 человек, пожарные и администрация из здания мэрии эвакуировали, но не все смогли вовремя выйти, как минимум 3 человека погибли. Все они сотрудники учреждения, их семьям, а также пострадавшим глава региона поручил оказать помощь. По факту поджога и гибели людей следователи возбудили уголовное дело. Задержан подозреваемый. Как пояснил мужчина, на преступление он пошел с чувства мести. Несколько месяцев он пытался решить с чиновниками вопрос о выделении ему жилья, но так ничего и не добился.